И о спорте. Триумфом сборной Дагестана в Сочи завершился чемпионат России по вольной борьбе. Воспитанники республиканских спортшкол завоевали в общей сложности 17 наград, 6 из которых золотые. Итоги турнира в сюжете Курбана Рагимова. Судьба золота в наилегчайшем весе решается за 30 секунд до конца встречи. В упорной схватке Рамиз Гамзатов уходит в отрыв. Чтобы догнать хасавюртовца, у чеченского вольника Муслима Садулаева не хватило ни сил, ни времени. Так, категория до 57 килограммов плотно закрепилась за учениками тренера Шеме Шемеева. Если честно, хотел обрадовать родных. Альхамдулилля. Получилось. 57 килограмм. Это ученики Шеме Шемеева нас очередной раз радуют. У вас какая-то спецтехника? Что у вас там? Не знаю даже. Завод по производству мухачи? Наверное. Все говорят так, что Шеме ученики говорят, 57 килограмм уже берут. Лаура Мугуевым, как будете делить эту путевку? Не знаю даже, как сейчас тренер решат, так и будет. Иншаллах. Порядка 400 борцов из более чем 40 регионов. Схватки впервые проводят на четырех коврах. Победа в Сочи дает борцам шанс попасть на чемпионат мира и войти в круг претендентов на участие в Олимпиаде. Поехать в Токио мечтает каждый из участников. Схватки по накалу яркие и бескомпромиссные. Мы сегодня делаем отбор. Это подготовка чемпионату мира, а далее уже к Олимпийским. Следующий год у нас Олимпийский год, Токио. Поэтому главный тренер, тренерский состав, федерация, в полном смысле этого слова, занимается, чтобы посмотрели мы молодых и посмотрели тех, которые наших ребят, которые у нас сегодня есть в тройке или в пятерке. Любой из них может попасть на Олимпийские игры. Рамиз Гамзатов стал открытием этого чемпионата. Его почин поддержал Гаджимурад Рашидов. Каспичанин в финале уверенно взял верх над тувинцем Начином Кулуаром. В весе до 74 килограммов доминирует Заурбек Сидаков. Однако такое положение дел не устраивает Магомеда Курбаналиева. Хасавюртовец проводит лишь третий старт в этой категории и уже сумел добраться до финала. Здесь он вырвал золото у Хетика Цаболова. Схватка двух чемпионов мира стала одной из самых ожидаемых. Публика бурно отреагировала на победу своего любимчика. В заключительный день копилка наград сборной Дагестана пополнилась еще тремя золотыми медалями. Причем в двух финалах дагестанские вольники встречались между собой. Магомед Расул Идрисов подтвердил статус лучшего в своем весе. В финале он был сильнее Рамазана Фирзалиева. Осенью хасавюртовец попытается реабилитироваться за поражение на чемпионате Европы. Если честно, очень такой сложный соперник. Мы уже с ним давно боремся, стил наш, прям можно сказать. И друг друга прям, да, вот... Очень хорошо знаем, он меня, я его борьбу. Впрочем, состав, если честно, очень сильный был. Все готовы были, ребята, заряженные. Я очень хотел выиграть. Просто подряд, да, три турнира уже проигрывал. Начиная с Европы, как бы был особенный настрой, да, к этому чемпионату России. Сейчас, иншаллах, посмотрим, дальше будем больше работать, чем обычно. Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов встречались уже в седьмой раз. В этом равном противостоянии махачкалинский «Динамовец» все-таки сумел склонить чашу весов в свою сторону. И настрой был выиграть. Это мой принципиальный соперник, хоть мы с ним дружим. Мы уже встречаемся с ним в седьмой раз. 3-3 был, и вот решающий я выиграл. 4-3. Конечно, мне очень приятно. У нас хороших два сбора было. Мы все делали правильно, как нам указывали тренера. И вследствие чего такой благоприятный для нас результат. Одноклубник Жабраилова Гаджи Набиев также принес Дагестану золото. Помимо 6 медалей высшей пробы, дружина Сажида Сажидова завоевала 4 серебряные и 7 бронзовых, что в итоге обеспечило команде уверенную победу в общем зачете. Я думаю, что все прогнозы сбылись. Даже, ну, немножко, может быть, у меня на подсознательном уровне были опасения, что чуть меньше будет. И тем не менее, я думаю, получилось очень хорошо. Как мы и говорили на сборах, шанс был у молодежи проявить себя, и они проявили себя. Наш тренерский состав доволен. Думаю, и болельщики. Не огорчает, что на одно золото меньше, чем предыдущий забор? Наверное, да. Ну, как сказать, отсутствие лидеров. И мы не подвели. Лидеров тоже мы не подвели. А количество медалей зато прибавилось. Теперь уже у нас 17 медалей. Хотя был рекорд 14. Какой-то рекорд мы все равно побили.
Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Сочи.